Во, отлично. Тут Чик-Пол охотится на вас. О, видал? Точно, я же говорю. Бешеный клиент Чик-Пол приехал. И что-то он достанет. Ух, ну что ж, давай, пупсик. Иди сюда. Эй! Здорово, бро. Ты на канале Funny Games TV. Меня зовут Акула, и мы продолжаем играть с вами... Блин, как она называется? Man Eater. Короче, людоед называется игра. Мы с вами закончили в прошлый раз вот на этом озере. Смотрите, я, короче, тут пробил какую-то решетку. Либо здесь, либо тут. Не помню. Ну, я, короче, сюда куда-то заплыл. Наверное, тут все-таки. Не помню. Так, что здесь у нас? Эволюция. Так, у меня 7-й по-прежнему уровень. Да, и у нас в прошлый раз с вами дали какую-то челюсть. Смотри, биоэлектрическая челюсть. Как ее поставить? Надо будет, короче, возвращаться в свою эту фигню. Ладно, я заплыл сюда, и тут какая-то служба утилизации отходов мафии, Дикси. Здесь 5 человек. Ну ладно, поехали, посмотрим, что здесь есть. Тут вверху охотники, короче, а вот табличка какая-то. Давайте табличку. Судьба доносчика. Хочу заверить преступную группировку в Анталине в том, что эта запись ни в коем случае не попадет в окончательную редакцию нашей программы. А, нифига себе. Смотри, у них тут трупы, короче, там мафиози, видимо, они... Идите нафиг, блин, надо их схавать. Почему мы достали, а? Давай, иди сюда. Ой, жесть. Да, блин, я не могу поймать никого. Давай. О, отлично. Так. На, держи. Ой, уходим. Так, хаваем быстро. Ням-ням-ням. Два мафиози здесь хавали. Ух, у меня угроза уже какая-то вторая. О, серьезно? Иди сюда, блин. А, на дно его уносим. Оп, уклоняемся. Так, давай, схаваем его. Ай, ебой. Так, сумму не могу забрать. Я не помню, каких людей мне надо схавать. Блин, как же их вынести, а? Блин, давай лодку шатаем. Жесть, что я нажал? А, я нажал тап, наверное. Так, давай попробуем окуня. Да, достали, хватит по мне стрелять, а. Посмотри, что делают. Стреляют. Так, ну я уворачиваюсь. Я вроде бы научился это делать. Так, моторная лодка, вон она, поплыли. Давай, плывем. Ага, промахнулся. Оп, ебой. Так, и... скидываем нафиг его. Все. Вот еще один. Попадай. Получен уровень 8. А, отлично. О, хорош. Так, смотри, табличку здесь нашел. Сейчас мы пойдем, там этот, выполним. О, да, хорош, так. Давай, наверное, локатор свой врубим. Может, тут еще что-то есть такое интересненькое. Так, а где там людишек каких-то должен был сесть? Не понимаю, а здесь где-то же должен был сесть, на пляжу вот тут, нет? Нету, что ли, ни фигули? Так, там наверху, да, тут мафия, видать, капитальная. Они, короче, сюда, видать, привозили людей, эти трупы. Где они там? Сейчас я покажу. Эти трупы, вот они, топили здесь. Но здесь их не отцепишь никак. Они, короче, все прицеплены. Все на цепях, видимо, на камнях вниз опущены. Утоплены. Утопленники, трупики, утопленники. Так, ладно, нам можно будет вот в этот колодец занырнуть. Хо-оп. О, да, ебой. Я, кстати, двойной прыжок, оказывается, умею делать. Я даже не знал. Так, окунь. И что тут еще? Так, хпшечка у меня полная, да, хпшечка полная. Так, а что тут? А, тут ящичек. Ебой, я уже 9 ящиков нашел. Мусоры пожирают все без каких-либо пищевых ограничений. Так, ну ладно, валим отсюда тогда. Так, валим. На гелике. На акуле гелике валим отсюда. Так, окей, куда мы пойдем? Пойдем, давай включим журнальчик. Так, радиоактивные отходы. Как мне активировать? Это где-то здесь. А, подожди, вообще надо выбрать карту и... А, смотри, радиоактивные отходы. Это где у нас? Где у нас задание с радиоактивными отходами? Смотри, мне забор надо вот как-то вот с этой стороны открыть, видимо, да? Так, я не вижу пока, где это радиоактивные отходы. А, вот тут аж сюда. Да, ну и вот наш тут грот. В принципе,
можем сюда сначала сплавать, да? Да, давай, наверное, поплыли сюда. Попробуем улучшение сделать. Кстати, да, ночь наступает. Прикольно. О, перепрыгиваем. Так, давай что-нибудь просканируем, может, что-нибудь найдем. Есть что, нет? Брат, что, есть что? Почитать, что тут где? Так, это что у нас? Ну-ка пошли сюда, в эту сторону. Ага, тут какой-то заборчик у нас. Эй, плыви. А чё он не плывёт? Что-то тупит. А, ну мы дальше, еще дальше плыть можем, смотри. Просканировать, ну, в принципе, как бы ничего здесь нету. Я ничего не вижу. Да, ничего не вижу, отлично. Так, окей, ладно. Поплыли тогда до дому и будем по пути сканировать все. Может быть, что-нибудь будем находить. Кто там? Щука, да ты иди сюда, щука, злюка. Где ты там? Ну, серьезно, на берег выплыла, офигеть. Иди сюда, говорю, блин. Сожру тебя нафиг. Так, это что такое? Понтонная лодка. О, здрасте. Хо. Выбивай его нафиг, во. А, вот, у него хпшка есть, да? Просто я ее должен отфигарить, и они утонут все. Угроза, вон у меня угроза. Я так понимаю, когда я на людей начинаю нападать, у меня появляются угрозы, я должен... и тогда приплывают охотники. Так, ладно, съем пару людюшек, вот, тем более тут уже... Трупецкий валяется, схаваем. Так, давай смотреть, что у нас тут дальше есть. Так, мне нужны какие-нибудь секретики. Так, там человечек, там черепашка. Секретика вроде бы пока не вижу. Поплыли дальше. Посмотрю. Так, попробуйте организованную преступность на зубок. Где это? А, нашел какой-то секретик. Вот это? Вот это организованная преступность? Нет. А, вон они, наверное. Да-да-да, ну-ка. Так, где у нас тут? Вон, 110 метров. И вот табличечка еще одна. Так, вот тут табличечка. Хоп. Эй, табличечка. А, блин, я не могу до таблички добраться. О, есть. Так, что ты тут нашел еще? Великолепный панорамный вид на озеро. Нуждаюсь в ремонте. Звоните Дэвид. Так, и тут еще где-то вот. О! Чё? Ты как по воздуху бегаешь, Ты куда побежал? Алло, толстячок! А ну-ка вернись, Карлсон, блин! Что такое? Как это он делает? Толстяк ещё голый, в стрингах, блин! Офигеть, а тут Карлсон в стрингах! Так, я понял вас, ладно. Так, где-то тут секретик у меня, вот он. Есть, вижу, вижу. Вообще в какое-то болото заплыл. Так, 10 из 11 уже нашел. Так, вот этих мне схавать надо, да? Да, вот этих мне надо схавать. А ну-ка сюда иди. Давай, кидаем. Оп, толстячков схаваем. Попробовать организованную преступность на зубок. Ну, я попробовал, и чё? А где организованная преступность-то? А, нет, вкусные бомжи. Ха-ха, это бомжики. Это бомжики. Ладно, схаваем. А где организованная преступность? Ух ты, охотники пришли. Ё-моё, вот жесть, а. Эй, а чё жесть такая? Не надо, блин. Вот жесть. Так, ладно. Так, ладно, поплыли. Попробуем охотничков тогда похавать. О! Давай, валим его нафиг. Давай, убиваем. Раз, один, два, три. Сколько вас тут, алло? На, выбиваем сразу. Так, поехали. Оп. Ох, вот это я прыгну, да? Блин, пипец вот этих охотников. Где, куда, куда, куда? Вот туда. Фу. О, блин, какая-то вакханалия творится, я вообще ничего не вижу. Атакую. Так, уровень угрозы второй. Давай попробуем до третьего уровня угрозы довести все. Блин, я сегодня улучшение хотел сделать. Я его сделаю или нет? На, держи. Вот так, так. На, держи. Так, хавать, 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 хавать надо. Так, где там? Кто там? Да блин, ты достал.
На, держи. Так, лодка сейчас утонет, да? Да, лодка утонет. Отлично. Где там еще хоть? Вот так-то бьем хвостом. Я просто тут, короче, хвостом фигачу, ребят. Поэтому вам не видно, наверное. Надо лодки-то топить, она потихоньку. Потихоньку эта фигня вроде бы растет. Да, или как она должна расти? Единственный, кто защищает туристов от мучительной и ужасной. Где там? Ну, может быть, отсутствие на пляже. Да? Так, отлично. Еще охотники подобрались. Походу мне надо лодки уничтожать. Чтобы это, наверное, лодки. Да, лодки, наверное, уничтожаю я, и тогда это как-то срабатывает. Я фиг его знает. Короче, тут вообще непонятно, я просто плаваю. Так, поплыли. Так, уклоняемся. Ух, жесть, попали. Так. Вот этого надо схавать. Так, вот этого надо забрать с собой. Так, вот этого охотника. Вот, отлично. Так, лодку, да, наверное, когда я все-таки топлю лодки, тогда это, короче, начинает добавляться фигурно. Видишь, сейчас пока двоечка. Так. Давай, вали эту лодку, мать. Вот эту сейчас лодку потопим. Во, утонуло, все. Отлично, так, еще чуть-чуть остается. Мне кажется, когда уровень растет, тогда там приезжают, короче... Вот эти, как они там, какие-то крутые охотники, боссы, охотники-боссы, типа. Я так понимаю. Как-то это так, мне кажется, всё. Во, отлично. Псих-пол охотится на вас. О, видал? Точно, я же говорю. Бешеный креатчик Псих-пол приехал. И что-то он достанет. Ух, ну что ж, давай, Пупсик. Иди сюда. Вот он. Где он, Пупсик-пол? Ух, на, держи. Ах, отлично, да. И теперь у меня, наверное, будет третий левел, да? Мне надо хпшечку. Мне надо хпшечку, быстрее. Так, есть хпшечка, добавилась немножко. Так, тихо. Давай, надо кого-то схавать. Они пипец стреляют по мне. Так, щука. Нет, щука не то. Блин, кого-нибудь... Несмотря на все усилия Порт Кловиса, морской хищник отказывается подчиняться. Че это значит? Третий левел? А, да, все, третий левел у меня, короче. Поехали, ладно, дальше бомжей захаваем. Бомжик, иди сюда! Сколько там их? 8? Мне осталось. Ой, жесть, давай воду, прыгаем, кнопок. Ой, хорош. Так, тихо. Блин, хпшки нету. Блин, надо рыбёху. Вон, Сом. Сомик, привет. Дай мне хпшечку, Сомик. А, отлично. Сама сейчас захаваем. Еще один. Ой, хорошо. Так, где бомжи? Вот тут бомжи. Ух ты, там уже взрывчатку кидают, серьезно? Это жесть. Лютая жесть. Давай, воду. Так, еще один бомжик, еще двух бомжиков осталось хавать. Да давай! Так, 6 из 8, где бомжи, блин? Вон они, ползают, эй, хватит ползать, схавать надо. Все, отлично, выполнил задание. То, что кровь, так называемый. Почему я им и плачу за то, чтобы акулу присматривать? Так, блин, эти охотники достали. Мне надо, короче, задание. А, не задание, а вернее это. Ой, жесть, что-то они меня вообще расфигачивают. Они уже гранаты кидают. Короче, ладно, да, поплыли и попробуем от них убежать. И... Так, аллигатор 8-го левела. Ну, аллигатор такой себе. Так, ну я сейчас от них скроюсь, я думаю. Это должно быть изи, по идее. Так, есть ли что-нибудь еще про... Так, там охотники... Ух, смотри, а у них какая-то это... Уничтожится, поправит, говорят, зовут преступность на зубок. Смотри, это мои цели. А ну-ка. Во. Давай, попробуем. Это мои цели? Серьезно? А, блин, да вы достали, где они? Вон они.
Так, 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 вот они. Там трое осталось. Да, да. И этого скидываю. И этого. Да, попробуй торгать зуб. Просто у нас на зубах выполнено. Отлично. Оп, сюда иди. Все, схавал. Глиссер какой-то. 16-й вал. Что это за глиссер? А, глиссер это, видать, лодка, наверное. Охотник. Вау-вау-вау, что-то тут все зависает. Блин, не хочу я с ними. Короче, бороться достали они мне уже. Они мне сейчас развалят. Акули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ХПшки вообще отнимают. Жесть. Все-все-все, я поплыл в свой грот этот. Или как он называется? Да как вы достаете по мне-то? Я чуть не понимаю. Так, где мое убежище? Ялик. Это типа... А, это типа название, видимо, этот. Это могло быть просто инстинктивная реакция. Да, это название, видимо, лодок, я так понимаю. Фиг его поймешь. Ладно, короче, валим в свой грот. Я вроде отрываюсь, видишь, они меня потеряли, они меня ищут. Прям как GTA, короче. От ментов убегаешь, так и тут, короче, только от охотников. Так, это кто был? И кто был? О. Окунь альбинос, нифига себе. Окунь альбинос, вау. Смотри, 1900 чего-то мне там дают, какую-то другую фигню. Похоже, порт Кловес забыл о неприятностях с акулой на время. Окей, отлично, то есть я оторвался, короче, от преследования. Все, вот эта вот фигня, вот это мой, моя, короче, база. Все, я здесь могу теперь прокачаться. Ну, отлично. Фух, хорош. Все, ребят, на этом заканчиваем. С вами был Максим, Funny Games TV и мой дурацкий, смешной, а порой просто веселый, забавный, гениальный голос. Всем удачи, всем пока!